Здорово. Позабавила меня надпись, что сложность игры меняется в онлайн режиме. У кого был онлайн на PlayStation 2? Я думаю, что не у многих. В общем, это... Так, демка. Ну-ка. Ну, графони, конечно. Ну, PlayStation 2. Да, это версия для PlayStation 2. Как вы поняли, это Splinter Cell Double Agent. Давайте дропнем. А, и 2006 года игра выхода, да? И для меня стало некоторым откровением тот факт, что игру я проходил. Да? Оказалось, совсем недавно я выяснил, что в Splinter Cell Double Agent имеется две, ну вообще три версии, но одна для мобилок, ее мы не считаем, поэтому две версии разных игр. То бишь, в 2006 году, да, на прилавке поступили... А, давайте вот так вот сюда пойдем. На прилавке магазина поступили версии для следующих консолей и систем, игровых систем: PS2, Xbox, самый первый, PlayStation 3, Xbox 360, ПК, Nintendo GameCube и Nintendo Wii, то есть 7 версий. 7 версий вышло этой игры. То есть как для PAS-гена на тот момент, так и для... как это сказать, everyday гена, да, на сегодня, на сегодняшний, на тот момент гена, да, ну, в лице PlayStation 3, Xbox 360 и, ну, и пока понятно. Да. Вот, самое интересное, что игры для разных консолей разрабатывали разные команды, и они, соответственно, сделали две разных игры. Ubisoft. Что вы творите? В общем, история такая. А, наверное, вы знаете, что первую и третью часть Splinter Cell, то есть первую Splinter Cell и Splinter Cell House серию разрабатывала одна команда. А вот Pandora Tomorrow, да, которая вторая часть, ее разрабатывала непосредственно другая команда разработчиков. И Double Agent одновременно разрабатывали два разработчика, и, соответственно, версию для PAS-гена разрабатывали люди, которые сделали первый Splinter Cell и Splinter Cell Theory House, а, соответственно, версию для нового поколения консолей сделали разработчики, которые разрабатывали Pandora Tomorrow. Почему так произошло? Непонятно, потому что, ну, логичнее было бы, наверное, доверить новую часть новую часть для новых консолей разработчикам, которые сделали наилучшую часть Splinter Cell, да, ну, по мнению многих, это теория хаоса, которую мы когда-нибудь тоже до руки доберутся. Вот, и я не знал, на самом деле, я проходил версию для ПК в свое время, и мне игра, в общем, я бы не сказал, что мне она прям понравилась. Ну и что не понравилось, я бы тоже не сказал. А почему? Ну, вот первый Splinter Cell, Pandora Tomorrow и Теорию Хаоса я проходил по несколько раз. Теорию Хаоса я проходил раз 5, наверное, и даже проходил на профессионале. Но это было очень давно, наверное, лет 10 назад, как минимум, даже, наверное, больше. Последний раз я в нее играл.
А вот Double Agent я, к сожалению, проходил всего лишь один раз и проходил, соответственно, версию для ПК. Мне немножко не понравился изменения, да, игрового процесса, конечно. И что-то сюжетом, я помню, какие-то были замутки, непонятно что-то происходило. И, в общем, игру я больше этого никогда не проходил. А тут выясняется, что еще есть другая версия для PlayStation 2 и Xbox 1. Поэтому мы сейчас, которые, кстати, разработали, напоминаю, люди, которые сделали теорию хаоса, да? Поэтому мы пройдем когда-нибудь еще версию для... У меня, кстати, лежит диск версии для PlayStation 3. Если бы я знал, я купил бы версию для PlayStation 2, на самом деле. Но кто же знал на тот момент, да, что они отличаются? Я не гуглил этот момент, не узнавал. В общем, мы пройдем сейчас по версию для PlayStation 2. У нас тут есть квадраты, да, не, некоторые. О чем можно мне как-нибудь... Сглаживание. Выключить у меня сглаживание не будем, да? Или поставим. Ну, потом посмотрим, да, на самом деле. В общем, мы сейчас придем версию для PlayStation 2. А потом как-нибудь доберутся руки и пройдем прям ПК-версию. Посмотрим, чем отличается. То есть на тот момент, надеюсь, можно будет сравнить. А, вот, как бы тут есть миссии одинаковые, да. Но сюжет, насколько как говорят на Википедии, на английской Википедии, говорят, что сюжеты разные. Отличаются кардинально. И геймплейные элементы тоже отличаются, геймплейные какие-то фишки. И на торренте, на котором я скачивал эту версию, написали, что это лучшая версия Double Agent. Опять игры. А какие игры требуют в чате? На геймплей, кстати, вроде сейчас будет расширение экрана нормально. Вроде бы полоски уйдут. Должны, по крайней мере, уйти. Если что, сейчас подкорректируем, да? Соло кооп создатели. Доступ к карте памяти. Профиль. Ну, Сэм Фишер пусть будет, да? Здесь, к сожалению, ролики не переведены. Без субтитров еще придачу. Вроде бы, кстати, надо было на настройки посмотреть. Может быть, там есть субтитры. Dolby Pro Logic 2. Что за затенение? Так, один, подождите-ка. Сейчас вернусь.
Что там затенение? Это... это можно будет в игре самой сделать, потому что мне вот так вот кажется нормально. Можно вот так вот сделать, наверное. Управление, экран. Что за экран связи? Ну, в общем, субтитров нет тут вообще, да? Garden Black Knight и Сухари Edition. А, проходить надо? Такие игры. Этот профиль уже существует в карте памяти. Хотите перезаписать? Конечно, давайте. Перезапишем. Обучающее видео. Что за ролики? Двойной прыжок, отвлечение, перелом шеи, напарники, хватание персонажей, основы скрытности, слежения, настенные мины, проникновения, лазеры. Ну, наверное, разберемся по ходу игры, да? Ну, на эксперте, конечно же, мы играть не будем. Нью-Йорк. Восьмой год. Assistant Director Williams. I know who you are. Fisher. Long time no see. Stop looking. You won't find me. I know about your case against Lambert and me. Well, after New York City, you disappeared. You went rogue. But if you come in, we can work something out. No thanks. You've been after us since this mission started. I had to be. You and Lambert went way over the line on this one. Tens of thousands of lives were at stake. Exactly. And we have ways to go about these things. But you and Lambert went off alone, taking unnecessary risks and making all kinds of blunders. Starting with Iceland. Remember? Так, это какие-то воспоминания. Требует Jedi, Deus и Mass Effect. Дополнительное оружие, основное оружие, прыжок, сесть, встать, действие, поднять вещи. Ночное, фиксация камеры, тепловое, спутник, КПК, электромагнитное, МЛВ, электромагнитное, да, зрение. Хорошо. Прыжок, треугольник, действие, сесть, встать, поднять вещи. Действие, зачем на X, окей. Так, Исландия, заснеженная пустыня. Слухи указывают на Рахима Кадира, торговца оружием, как на хозяина нового типа оружия, купленного у русских. Найдите его базу в Исландии. Да, подождите, я не успел прочитать. Forget how to climb, Fisher. When Lambert asked me to show you the ropes, I didn't think he meant it literally. Don't start, Hisham. Your support on this, remember? Should I call Lambert and confirm that? You won't have to. Nice timing. You're en route to a power plant and foundry. Графон, конечно, топ. Believe it's owned by Rahim Kadir. He's been supplying arms to terrorist groups all over the world. We need to keep an eye on this guy. And that's where you come in. Infiltrate the site, find their comm room, and plant the surveillance devices you were issued. Piece of cake. It should be, if you work together. But don't get cocky. Finish before sunup and we'll extract you by helicopter. It's understood. Good luck, you two. А первая миссия была вообще никакой. Good news, folks. I've got some crates here. They're reinforced. It looks like Kadir wants the contents kept safe. Roger that. I'm sending the recovery team to your location right away. So we babysit the package till they get here. Negative. Those crates might have nothing we need. Leave them for the recovery team and proceed inside. Конечно, графоний, ну, я не знаю, конечно, как обстоят дела с теорией хаоса на PlayStation 2, но вот у меня по памяти, да, кстати, надо сейчас экран увеличить, да, потом, а почему у меня он это нормальный, а у вас он такой квадрат, в общем, по памяти у меня графика, ну, в раза в два лучше, наверное, и лесенок...
таких нету, конечно. Ну, что поделать. Мы потом пройдем, конечно. Обязательно пройдем теорию хаоса. Ой, дабл агент на ПК. И сравним, да, версии. Так. Устройство захвата. Как тебя? Так. Ага. Блин, а теперь я не могу. Так нормально будет. Что там сильно съедаем? Не съедаем мы ничего. Что я много, да, сделал? Вот вообще на найс. Сверху, снизу, что там? Вот так, замечательно. Поправили. Так, что там у нас? Прыжок. Сесть, встать. Ух ты какой, сколько здесь? 25 FPS, меньше 10. Ладно, чему да. Говорят, игра лучшая версия. Это лучшая версия. Ну, я так понимаю, в плане сюжета, наверное, да? Саппортец. Ну, вообще, на ПК там начиналась по-другому игра. Бегать можно как-нибудь побыстрее? Угу, окей. Предложить продвижение? Привет. Предлагаю тебе забаниться. Навсегда. Так, мы сейчас зайдем в полную темноту и настроим... Это что, полная темнота? Вот здесь игра считает, что у нас полная темнота. А где как сохранение, интересно, происходит? Так вот лучше, да? Ну, видно, этот, тут сетку какую-то беспонтовую, я не знаю, с чем это связано. А это может быть особенности PlayStation 2, без понятия. Come in, over. Report. The mission was successful. We got the weapons. They're near the hovercraft. Negative, and I blocked the path. That should buy us some time. Roger that. We're inbound on your location. Out. I can't wait for this to be over. Be still. Who are you? Did Takfir send you? Yes, he did. Good. Tell him we did it. We managed to steal the weapons. They're right outside, ready for transport. Good job. I'll take over from here. А чё, как его оглушить? Mm-hmm.
Давайте посмотрим обучающее видео. Порой у вас нет обходного маневра, когда вы, понятно, идете на цель, чтобы выступить в схватку, понадобится... Покажите, начнем нажимать. Нажать на X. Then again, you might just need to take the guy out. I don't like you racking up a body count, so I'll reduce your mission rating if you start generating corpses. It's generally better to just knock them out. L1. Now, see what he has to say. I think he'll cooperate. А как его вырубить-то? Вот так вот вырубаем, да? Можно как-то вроде бы... А вообще, в хаос-теории можно было в зависимости от того, что у тебя в руке. Сейчас он представил нож, да? Но если бы у нас был бы пистолет, бы он представил пистолет. И можно застрелить, зарезать, задушить, отпустить. Поэтому я... Пистолет с глушителем, да? Транквилизаторные у нас интересные или летальные пули? Хороший вопрос. Узнайте побольше о напарниках, нажимая X для обзора. Чё нажимаете X для обзора? Usually you work alone, but from time to time you're going to have help. Follow me. Stay close. Roger that. Cooperation is the key, because sometimes there are things you can't do alone. Here, for instance, you'll need a boost to get over to the other side. Вообще такого не помню, чтобы было в игре. Напарник, ну там напарник умирал в самом начале, и все. На какой-то ракетной базе. Это для коопа, что ли? Да, а там вообще был в дабл-агенте кооп, я не помню. Боеприпасы нашел. Что предлагает еще показать? Ну понятно. Давай, братишка. Okay, now I'll haul you up. Хорошо, теперь я буду буксировать вас. Ну пиратский перевод, ну понятное дело. Не знаю, фанатских вообще нету, по всей видимости. Ну, наверное, на ПК-версии есть хороший фанатский перевод. Да, что-то с PlayStation 3 версии как-то обошлись. Ну, вообще говоря, что и версия для Xbox, кстати, выглядит в разы лучше. Ну, Xbox первого нет. Fisher, inbound helicopter. It might be there for the crates Hisham found outside. Get back there and keep those crates secure. We should have been guarding those crates in the first place, Lambert. Save it for later, Sam. Че, зачем охранять что-то? Избегайте света. Но у меня вот эта полоска есть, да? Ни хрена себе ты громкий. Полоска звука, полоска освещенности. А, вот так вот сохранение происходит. Есть чекпоинты определенные. Понятно, хорошо, будем знать. Блин, как будто сохраняется. Как будто я действительно играю на PlayStation 2. Хотя на самом деле можно было бы, если бы у меня карта захвата могла бы и через тюльпаны захватывать картинку. Ну, кстати, я на самом деле думаю, что вот этот эффект, вот этот вот
сетки, да? Его, наверное, не было бы видно, если бы мы играли на пузатиком телевизоре, да? One of the perks of your job is all of the gadgets you get to play with, starting with your rifle. It's a fully automatic weapon with superb zoom capabilities. It's extremely motion sensitive when you're zoomed in, so when you need to line up a shot, you have to hold your breath. Ну, понятно, да. Much better. Now for the best part, the launcher. Mounted right under the barrel, it can shoot an arsenal of miniaturized devices. First up is the extremely useful sticky camera. Just load it up, aim, and fire. Only one guard. Это было в предыдущих частях. В самой первой части это было. Then there's the sticky shocker. It's the same drill. Select, aim, and fire. Шокер, окей. Но это если он в воде стоит. Those are two of the many gadgets you'll be working with. You'll pick up more along the way. Specs will be available on your PDA. Pay attention. Блин, подождите, ну чё за? We have to get out. Опа, что-то заметил. Ну, пацаны. Давайте попробуем хотя бы что-нибудь пострелять. Окей, ну давайте перезагрузимся. Загрузка игры. Сейчас сделаем все нормально, по-тихому. Чем убивать-то будем пацанов или не будем убивать пацанов? Непонятно по, ну, графону по такому непонятно, находишься ли ты. В темном месте или нет? Вообще непонятно. Ну, можно шокером его, в принципе, выстрелить, да? We have to get out before Kadir's men arrive. I don't want to die. А в чем проблема? Подожди, я не понял. А, потому что шокер у меня на другую кнопку был. Сейчас пока научимся играть. А он, кстати, чувак, это, запаниковал, да? Я не понял. Ну,
смысле нет у меня? В смысле нет сейва? В чем прикол? Сейвы похерились, типа, или что? Я не могу понять. Как мы будем проходить игру? Я пока не могу разобраться в механике. В механике не могу разобраться. Стрелять, конечно, вообще не вариант. Я не вынимаю карту памяти, у меня ее нет. Загружена. Прогресс. Я просто понял, что там не ту кнопку нажал для того, чтобы шокером стрельнуть. Заново. Подожди, что, заново? С самого начала будет играть, что ли? Некоторые фонари могут быть защищены металлическими абажурами, поэтому ОП здесь не поможет. Очень долго. Нет, смотрите, все нормально. Блин, че ж ты так падаешь, а, громко? А, здесь где-то слишком освещена. Да ёб тебя за ногу. Где он? А, он наверху. Учись, салага. Ну, спрячем, да, наверное. Открыть незаметно, открыть, взломать дверь, оптический кабель. I don't want to cramp your style, so I'll stay here. Это что, использовать птичку? А что, мне надо похиляться? А, да, у меня... А, это я упал, типа, это... Ну, понятно. Ну, здесь видно, что темно, да? CIA's done some analysis. They think the weapons may have been stored in multiple locations around the plant as a precaution. I want you two to split up once you're inside, so we can cover more ground. Uh-huh. This is where we go our separate ways. I'll go back outside and try to find another way in. Ну давай. Давай переворот сделай только. Easy there, cowboy. Step back and let me show you how it's done. Переворот.
Нихрена себе. Good luck. Good luck. Ну-ка, иди сюда. That shaft. Where does it lead? It leads to a maintenance corridor. But there's no ladder or stairs to get up there. Don't need them. How did you get in here? Какая тебе разница? Как сюда вошел? Так, запрыгните на трубу. Ну. А чё он не прыгает? А, потому что прыжок на треугольник. Итак, давайте посмотрим обучающее видео. Всегда следите за за балками, трубами под потолком. They can offer a place to hide, or a whole new angle of attack. О, можно было его вот так вот задушить. Прикол. Блин, вот раньше Ubisoft делали хорошие игры, да? Я думаю, он не умер. Да не, не умер. Наверное. That sounds like a camera. You have a special tool for this. The lab boys call it an optically channeled potentiator. I call it the OCP. It's right there, mounted on your pistol. OCP. Just aim and shoot. В пистолете. The green light means it worked. But to be sure, all you have to do is switch to blue vision. If you see nothing, that means it worked. But it's not disabled for long, so you'd better hurry. А, между прочим, охранники инвалиды по зрению. Ну, так нормально. Так, это что там, камера получается? И у меня есть 2006 год. Что ты хотел вообще? Так, как теперь стрелять? Блин. Типа электромагнитное это. Сколько она действует, интересно. А здесь что чувак делает? Че, он тут сможет пройти? Есть ли смысл туда проходить вообще?
все, что ли? Смена рук. Смертельная атака. Окей. А, смертельная, не смертельная. Окей, хорошо. Согласно данным разведки, для хранения оружия понадобится специальный объект, возможно, лаборатория. Поищите что-нибудь подобное и попытайтесь узнать об оружии. В шумном помещении охранникам будет сложнее услышать ваши шаги. А в космосе никто не услышит твоих криков. Поэтому стелс в космосе просто топчик. The crates are gone. The helicopter's lifted off. Sam, you absolutely have to find traces of this new weapon. Можешь сохраниться, а? Можно вообще в любом месте, получается, сохраняться, да? Отменено защита ящиков. Обновлено. Получи список покупателей. Ага. Ну, давайте узнаем побольше про основу скрытности. If you want to move unseen, если вы хотите двигаться незаметно, свет — это ваш противник. Stay in the shadows and stick close to walls. А, вот как прижиматься. Staying low helps too. You might move more slowly, but you're harder to spot and you make less noise. And noise counts, because these guys aren't deaf. A little noise can give you away in a heartbeat. That's why you move slowly and keep an eye on what you're walking on. Fortunately, sometimes there's too much ambient noise for you to be heard. And that happens. Take advantage of it. What you do can also be an issue. Opening a door slowly doesn't make a lot of noise. Bashing it in is a whole other story. Just like that. Понятно. Короче, двигайтесь тихо, делайте все тихо, и тогда будет вообще отлично. Иди-ка сюда. Но он не умер. Просто потерял связь со спинным мозгом. Не знаю. Это что такое у нас? Лазеры. OCP is good not only for cameras, but you can also use it on other electronic devices, such as lasers, lights, TV monitors, and the like. The principle is the same. Just aim your pistol and shoot. That's it. Nothing else to it. Блин, а были ли такие? Вообще вроде ни в одной из частей такого не было и не будет больше. Это что такое?
Не попал, да? Здесь, кстати, должны быть лазер на это быть, да? Но почему-то ее нет. Инфильтрацию? Что такое инфильтрация? Third echelon was founded on the principle of covert information gathering through physical infiltration. So don't go blasting your way through everything. Keep a low profile. Avoid detection whenever possible. Hide in shadows or learn the guards' patrol patterns and sneak by when they're not looking. Stay out of their sight, using pipes, ledges, and high places. If nobody spots you and there are no corpses left to find, no one will ever know you were there. That's the only way to earn a perfect mission rating, Sam. Ну да, идеальный рейтинг, я помню, на профессионале для того, чтобы заработать идеальный рейтинг, приходилось проходить миссии. А, ну, естественно, никого не убивая, да? We have trouble. Like what? People are shouting in the lab, and our visitor is one of them. The bald guy? The buyer? Yes. I cannot wait for that stuff to go away. It is too dangerous. It sounds like it's gone already. What? Like somebody stole it? Давайте-ка сохранимся. Проникновение. Угу. Уже существует. Хотите перезаписать? Хочу перезаписать. Вроде бы игры, кстати, недолго. Вроде бы она проходится, если знать, куда, что и где, за 3 часа. Но если не знать, думаю, ну часов 6, наверное, да? Some of the others have been acting weird. You said so yourself. So what do we do? Stay cool. I will check out the computers and make sure. Fisher? Lambert? We want you to disable their production capability. There are some important consoles around the plant. Place the charges you were issued on them and let them do their job. Understood. That saves me from having to talk to the locals. Уже никто не пойдет, да? Что там говорит Абсат? Цели. Получи список покупателей, проникнуть на фабрику, завершен. Вызов альтернативный, обнаружил. Схемы оружия. Оружие. Ты на третьей играешь? Да. Sam, Lambert, I just reached one of the labs. It's empty. But there are signs that something very toxic was stored here. I'm moving to another room. Keep on it, Hamza. Let's hope Fisher has better luck. Так, а где мне еще найти этот? Бля, ну ты... Что
Сейчас будем загружаться, походу. Это что, здесь у меня вторая была, да, этот? Компьютерный стол, нет? Нахрена я вообще попёрся? Можно было на снизу, да, пройти вообще? Или нельзя было? Да, можно было снизу пробежаться. Ни хрена, конечно, только не видно. Не показался бы, где было, нет? Можно было так пройти, можно было по-другому, да? Чё, грузимся? Я просто думал, что там, может быть, возле чуваков есть еще один компьютер. Надо бы просто идти было вперед, закрыть дверь и все, и не возвращаться. Зачем, да? Что себе жизнь усложняет? Откуда у нас загрузка будет, интересно? С какого места? А, он прямо здесь сохранился, ну вообще найс. Ну и все так. Lambert. We want you to disable their production capability. There are some important consoles around the plant. Place the charges you were issued on them and let them do their job. Understood. That saves me from having to talk to the locals. Sam, Lambert, I just reached one of the labs. It's empty. But there are signs that something very toxic was stored here. I'm moving to another room. Keep on it, Hamza. Let's hope Fisher has better luck. Как разглядеть в этой игре камеру? Не знаю. Блин, да чего вы мне спрашиваете? Сохраняйся же. На тройке есть, вообще изначально на третьей PlayStation, на фатке, был процессор, который мог не эмулировать, а программно обеспечить запуск игр для PlayStation 2, но в последующих ревизиях его выпилили, посчитали слишком дорогим это удовольствием, поэтому через какое-то время была добавлена программная эмуляция игр на PlayStation 2, и вследствие чего не все игры идут. Какие-то идут, какие-то не идут. Надо проверять. Просто надо проверять, запускать. Так, ну я же могу сделать следующим образом, да? Я могу, во-первых, бахнуть лампочки. Кто сказал, да? Морда у него. Узнайте побольше об очках защиты. Так, давайте узнаем побольше об очках защиты. You'll get a lot of use out of your goggles. For instance, night vision is an absolute essential. Вот такое должно быть. Another useful vision option is thermovision. There's nothing like it to see through smoke and fog. Plus, it makes guards much easier to spot. A third option is electrostatic monitoring, also called blue vision. It displays anything that emits a magnetic field. And since most things displayed in blue vision can be disrupted with the OCP, they make a great combination. Да, ну электричество показывает по факту. Another vision mode deals with sticky cams. You can cycle through any of the cameras you fire, unless they've been destroyed, and see what they see.
And there's one more mode you can use. It's called the EEV, and it allows you to scan objects for information. You can also use it to distance hack electronic devices. Сканировать, дистанционный взлом есть. Дистанционный взлом до того, как это стало киберпанком. Почему я не помню таких гаджетов вообще? Так, давайте-ка мы попробуем починить вот этот вид. Ой, нет, отмена. Давайте 50% сделаем. Посмотрим, как это будет выглядеть просто. Надо подтверждать эти сейвы. Ну, так вообще ничего не видно, да? Ну, так игра серая стала, да? Так она вообще будет светлая. Ну, а если вот так вот сделать? Разве электромагнитное поле можно увидеть? Ты что, в первый Splinter Cell не играл? Естественно, можно увидеть. Это же М. Так, кстати, так получше стало, да? А поглядите-ка, у нас сетка меньше стала. Меня всегда волновала вот эта красная, зеленая эта штучка на спине у Фишера, как будто его никто не видит. Но помимо этого еще как будто никто не видит зеленые три очка этих глазика. Нет, подождите, то же самое получилось. Или меньше стала сетка? Как будто стало меньше сетки, да? There must be some mistake. I was informed you already had the weapons. We did. You did? Mr. Dufresne, I assure you that Rahim is handling the situation. And what precisely is the situation? Please, I will see if I can get you more information. Meanwhile, you are free to browse the schematics on the computer. I have no use for schematics. I require the actual item. Moss, it's Emil. It appears that these idiots in Iceland have been burgled. Enrica and I are coming back immediately. Meet us at MSY. Lambert, the lab's empty. That's not good, Sam. It looks like there was nothing here but those crates. This mission's a bust. Not yet. We still might be able to retrieve some data on the weapons by accessing the computers in the lab. One of them is behind bulletproof glass. I can't get in from this side. Try your EEV. Use it to remotely access the computer. Сейчас окошко запущу.
Так. Чё он говорит? Пуленепробиваемое стекло, бла-бла-бла. Кошка тут. А в чём будем взломать? Я не понимаю. Чем будем взламывать-то? Зачем что-то взламывать, когда я могу открыть дверь? Где-то камера есть, что ли? Что-то не прилезешь здесь? У него там что? У него там стекла, что ли, под ногами? Угу. Обморожение. Так, от безопасность. К. Всем. Да, да, такое-то. Обморожение. Кто, это быстрое напоминание каждому, что нужно как следует одеваться для выхода наружу. Три человека уже лишились пальцев из-за обморожения. Если перестанете ощущать пальцы, немедленно идите в помещение. Не расстраивайтесь, не растирайтесь снегом. Можете даже колоть их, увидите, что вы ничего не почувствуете. Но появится риск нанести больше повреждений. Так, свет также является электромагнитной волной. Так, ну да, да. Фотончики, это квант электромагнитного поля. Маюш, ну не царапай мне, пожалуйста. Ну, давай. Но здесь, наверное, неправильно перевели. То есть здесь он показывает магнитное поле, скорее всего, да? Не электрическое, не электромагнитное, а магнитное, скорее всего, поле. Или какое-то излучение. Даже, наверное, не так. Смотри, все приборы электромагнитные работают на какой-то герцовке, то есть издают электромагнитные колебания, да? Наверное, вот это мы как раз и видим. А что, это все, что есть тут? Почта назад. Что тут еще можно сделать? Что мне надо вообще? Куда ты лезешь, а? Ну иди, иди в коробку, вот, посиди в коробке. Твоя любимая коробка. Любые электроприборы будут нагреваться и спускать, и Каспия труд, ну да, в инфракрасном диапазоне будут излучать. Будь здорово. Но тут визор есть такой. ИК-визор. А это не ИК-визор. Это. Надо по полю подробно рассмотреть эту ситуацию, да? А или более подробно смотрим данную ситуацию. Мне самому стало интересно. Трифокальные очки Сэма Фишера. Mm.
Так, а чё, ну, тепловизор это понятно, да? Также есть струйное, позволяющее видеть электроэнергию и технику впервые на поверхности теории хаоса, затем в двойном агенте. Раньше не было, что ли? Электронное видение. Ну вот эхолокация в Conviction уже появилась. Блин, что за приколдесы, а? Портативное HD электронное видение на Алиэкспрессе мне предлагают купить. А, это хрень какая-то для чтения. Ну это бред, да? Электронное видение это бред же? Или есть что-то аналог какой-то? Я просто не могу представить, как это можно что-то сделать. Ну вот только через герцовку, я предполагаю. Так, любые ну, магнитные поля у Юпитера же как-то видят. Или их по пыли определяют. Но там специальные датчики определяют магнитное поле и замеряют. Магнитные линии никто не видит, да? Их можно только по стружке магнитной определить. Посмотри, как они выглядят. Интегральное видение. Ну-ка, мне интересно, это бред силы сивой кобылы, да? Электродное видение. Да, что-то ничего вообще не пишет про это электронное видение. Ну, это, походу, выдумка авторов, да, я так понимаю. Поэтому, что далее? Используйте левый джойстик для движения кривой в стороны или вверх-вниз, когда обе кривые совпадут. Для подтверждения выполните. А где у нас такое было? Подождите. А это разве у нас не в Блэклисте было? Нет, в какой-то игре было, где мы настраивали эти штуки. Используйте левый джойстик. Блин, тут все кривые надо сделать. Тут несколько кривых надо было сделать, что я... Как тут будет, а?
Понятно. Красная ртуть. Хороший тепловизор будет определять разницу в 10 градусы. А, Evil Within. Второй Evil Within, да? Или нет, подождите. Красная ртуть. Ведущий ученый Хамир Кадир. Да, красная ртуть. Хамир, ниже ты найдешь спецификацию на красную ртуть. Я подтверждаю, русские подали нам нужную штуку, продали нам нужную штуку. Результаты описания красной ртути: тип высокоэнергетическая обычная взрывчатка, использование индуцирует реакцию расщепления при использовании в качестве детонатора в ядерном устройстве, даже с малым количеством ядерного материала. Возможности позволяют создать портативные ядерные заряды. Характеристики становятся нестабильны при контакте с воздухом и вступает в реакцию сублимации, что вызывает выделение вредных паров. Комбинация с водой нейтрализует пары и делает ее инертной. Да, во втором вроде бы. Блин, я не помню. Nice work, Sam. That information should give us plenty of leads. That mean you get off my case now. I'll think about it. У них мемы красная ртуть. А откуда это? Подожди. Ну-ка, напоминай мне. Тут камеры нету? А что такое? Узнаем больше об отличиях. Взлом замков не так уж и сложно, если вы знаете, что предпринять. Найдите нужное направление и продолжайте. Шпилька доберется до своего чела. Ножом можно сломать. Быстро, но шумно. Так вот, особенно старое железо сильно грелось. Думаю, в камерах там, может быть, даже охлаждение стояло старых. Чё? Как это делать? Кама. Я вообще не понял, как это произошло. Сверху, да?
Ну, вниз. Там пацаны, да, стоят. Не понял. Окей, понято. Плохо, когда у тебя тоннельное зрение, а ты охранник. Хорошо, когда у тебя есть шпагат. Так в своей молодости делал. А что, нельзя тут спрыгнуть? Блин, ребята, вы что-то будете ходить туда-сюда? Нет, это вообще не прикольно. Блин, да подожди, это что за вообще рофл или что? Чувак, ебаный Ван Дам. Шпагати на потолке, просто не обращай внимания, и он исчезнет. Так, ну я предлагаю сохраниться, это такой Ван Дам у нас на потолке. Так тут же темно, никто не видит. Вот ты бы заметил, если бы я у тебя на потолке сейчас на шпагате сидел? Тоже же, да? Блин, мы первую миссию-то пройдем когда-нибудь? Чую, не на 6 часов игра будет, а больше, да? Так, ну я чё? Я спрыгиваю. Как спрыгнуть? Где там второй? Не, просто у меня датчик показывает, что я нахожусь в полной темноте, и они меня поэтому не видят. Как мне пройти между нами? Так, он что-то заметил, что-то заподозрил, пацаны. Что они могли заподозрить? Я же без электроочков, как я замечу, ну да. Мы идем по приборам. Если прибор мой говорит, что я не издаю шума и нахожусь в полной темноте, значит, это так оно и есть. Как бы это же условность игры, это же не Outlast, где в полной темноте действительно ни хрена не видно. А че
Он заметил, я не понял. Чего вот так будоражило? Блин, там внизу пацаны ходят, я посмотрю, сейчас скидывать тело, это у меня рейтинг там уменьшится, да? Но я могу что сделать? Я могу, во-первых, лампочку бахнуть, или не могу. Зря делаю сейчас. Опачки. Блин. Найс. Предлагаю сохраниться. Пацаны не заметили, что у них лампочка горела. Но, в принципе, лампочки часто горят, да? Поэтому ничего удивительного нет. Интересно, как выглядит первая часть на PlayStation? Мы, наверное, явно будем первую, вторую, третью и Conviction проходить, наверное, на ПК, да? Можно, в принципе, есть HD какой-то коллекшн, Splinter Cell, непонятный, но там вроде бы языка нет. Доступ сохранения был. Предлагают, сохраняемся. Дима, здесь чекпоинт, да, у нас. Кстати, мы когда на днях вспоминали стелс-игры, я совсем забыл про сирену. Это же можно считать за стелс-игры? Наверное, можно. Блин, пацана вообще не видно отсюда, да? Что расскажешь? Ничего не расскажешь? Почему-то чувак ничего не хочешь рассказывать. Ну и ладно. Говорят, что этот движок как раз непосредственно теории хаоса, но я не помню, что в теории хаоса был такой графоний. Сирена хоррор? Ну да, но там стелс хоррор. Как и, допустим, Outlast.
Отлас говно. Way to get out of here. Пиздюка. Нужно было поймать его за яйки, но я тупанул. Подожди, вот здесь даже Фишера не видно в такой темноте. Братишка, ты, наверное, хочешь туда пройти, нет? Нет, он дальше пошел. Уж неправильно держит у горла. Да что ты будешь делать? Ну, естественно, меня заметили. Ну, у нас что, тайное проникновение, да? Это давайте загружаться. Я не понял, я даже два или три раза нажимал, чтобы он взял захват. Но ничего не произошло. В каком месте у нас было сохранение? Вот здесь прям. Ну, конечно, нормально он нож держит что-то. Ну, братишка, ну что ты? Мы сейчас пацана просто выловим сразу же, да? Не будем дождаться, пока он ползет. Никто не держит нож обратным хватом. Не знаю. Это понтово обратным хватом держать. Crap!
I'd prefer not to have to hurt you. That would be nice. What do you want to know? Tell me how to cause some damage around here. Be creative. The fuel regulator. It should blow up pretty good. That works. Just give me a running start before the explosion. Только если тебе не надо лезть по скале ледяной и цепляться как Синдбада. Подожди, нет, есть же стиль какой-то, когда вот так вот берется, там вот так вот хоп-хоп-хоп мажется. Да, я видел в фильмах, что ты мне рассказываешь? Какие-нибудь фильмы с кем? С Джеки Чаном, там, с Джет Ли, с Стивеном Сигалом. Стиль понтореза. Да я уверен, есть такой хват. Называется обратный хват. Давай, загугли мне выписку из Википедии, пожалуйста, на стрим. Даже сохраним сейчас. Обратный хват для петухов. Вообще-то у петухов лапки не предназначены для держания ножа и эльфов. Ну, эльфы-то да. И ангелов, да, наверное. Я так понимаю, что как раз непосредственно вот этот чувак, которого мы поддушили, это он и был, да, здесь? Так, у меня тут есть, можно установить заряд. Okay, Father Christmas. All the children are tucked in their beds. Да, где там миссия-то? Завершён, отменён. А зачем мне тут заминировать эту штуку? Да не надо вроде бы, да, ничего? Или надо? Так, я что-то не могу понять, а куда идти-то? Ладно, делаем сейф. Сейчас будем экспериментировать. Сохранение, конечно, улет, да, по времени имеется в виду. Ну, быстрее, чем Ведьмак, конечно, третий. Типа я заминировал, еще дальше. Там было что-то еще наверху, что ли? Обратно можно тыкать что-нибудь
ниже груди в горизонтальной плоскости. Подождите, что-то я не догоняю. А что надо сделать-то? Там кнопку нажать, типа, или что? Что это? А-а-а. Тут было. А у горла надо держать концом, уперев в кадык, что при движении пленный сам накололся на нож в любом варианте. А что тогда про тебя игру не сделают, а? Ну, Ubisoft, видимо, с кем-то консультировался. Ну, с кем? Ну, с Том Кленси. Том же Кленси писал произведение, да, я так понимаю. Что тут, туалет у нас? Что тут можно сделать? Отхиляться, но мне хилка не нужна. Здесь цепью, да? Зацепировали. Наконец-то мы прошли. Так, ну-ка. Керамбит держит обратно уход. Может, это керамбит? Чё, для склепирования? Я не знаю. Знаю, тут керамбит у него такой изогнутый вид. Он, кстати, керамбит в блэклисте. И он как раз его держит вроде бы вот так вот, кончиком, на кадык. Да? Надо переиграть, наверное, посмотреть. Уточнить детали. Что-то я не могу здесь нифига найти. Что тут? Эмиль, не высовывайся, никто не должен знать, что здесь. Обновление, найди компьютер, действие, ббб. Индикатор тревоги. Так, опачки. Совместное действие. Примечание КПК, новые задачи. Звук окружения, индикатор шума, индикатор невидимости. Показывает, насколько видим. Сэм, чем темнее, тем лучше. Если индикатор совсем темный, значит Сэма никто не видит. Уровень жизни. Исчезновение оружия меняет суть миссии. Если оружия нет, тогда нужно проследить, куда оно могло деться. Вы пытаетесь раздобыть список потенциальных покупателей. Присоединяйтесь в камеру с источником, чтобы создать им помехи. Блин, это что, Исландия? У меня миссия когда закончится? Алло. У нас будет вообще двойной агент сегодня или не будет? Что там обновились?
двух дополнительных консолях производства этой секции. Понятно, еще есть. И даже здесь есть где-то. Любая изогнутая шляпа для понтов, для нечисти, вроде керамбит, понтовый нож. Во всех играх используется. В жизни не знаю, никто не представлял мне керамбит. Но я думаю, что тоже проползать. Top of the goddamn world, and I'm sweating like a pig. Stupid machine. Но он не умер. 100%. Можно забрать? Tackling these guys head on is usually a bad idea. Better to just distract them and slip on by. Unfortunately, the environment often provides you with what you need. Bottle, can, chunk of ice. You can pick up, equip, and throw any of these to generate a distraction. Отвлечь и пройти. Можно отвлечь и притушить, наверное, да? TVs and radios work too. Just play with the volume or the on-off switch. Damn it. What was that? Можно просто пошуметь, окей. Почему в роликах графика лучше? Worst comes to worst. You can pretend it's a Bogart movie and whistle. Здесь можно было с первой вроде бы части, да? Блин, а первую часть 100 лет не проходила. Вообще, блин, не помню про что там даже. Ну, стандартная клюква, как бы, ну. Приятная клюква. А где мой объект? Куда он пропал? Он что, был одноразовый, что ли? Так, а второй, что ли, пойдет? Че, пацаны? С
успели одного подрезать. Что у него за обувь? У него Nike какие-нибудь, не знаю. Понтовые. Ну я могу этого пристрелить на самом деле. Но можно этого просто придушить здесь. Так я в полной темноте, тут ничего не видно. Как ты тут увидишь? Датчик сигнализирует о том, что тут стопроцентная тьма. То есть абсолютно черное тело. Так, а где он, братишка наш? Ты куда уполз, братишка? Походу обиделся и ушел. Далеко ли он ушел? Далеко, он наверх пошел, да? Это обычная лампочка или лампочка, которая типа не бьется? Это лампочка, которая не бьется, окей. Главное, тревогу не поднимай. На все остальное мне пофигу. Почему не работает? Не всегда срабатывает. Ой, до свидания. Схватить объекты. Это что? А. Значит, банк, что он там делал? Документы интересные смотрел. И можно посмотреть, нет? Ладно. А вот это можно было, да, бахнуть? Нет, тут нельзя тоже. А как определить, можно его взорвать? Или нет? Почему не подписывают? Одна банка. Пистолетные боеприпасы заберем. Пригодятся.
Доступ к сохранению. Как я помню, игру Splinter Cell Double Agent. Но вот не эту версию, да? Версию, которая выходила на ПК. Я помню миссию, какая-то там миссия, которая пробегается, за полчаса, наверное, где там какая-то завязка происходит, после чего мы попадаем в тюрьму, да, сбегаем из тюрьмы, начинаем дружить с какими-то там террористами, типа... Помогаем им и одновременно помогаем тут третьему эшелону, то есть мы выбираем миссии, какие выполнять за третий эшелон, за бандюганов выполнять миссии, то есть такой типа выбор делаем, и все, это все, что я помню, там и в конце там одного из основных персонажей мы либо спасаем, либо не спасаем. А че он тут не перелазит-то? Что-то я не понимаю, что делать-то. Типа можно две сразу отрубить, что ли, их? Пока зарядится. Окей. Что это за вообще? Сталитейный какой-то завод. Подождите, пока мост будет в нужном месте, и что потом сделать надо? Надо сохраниться, надо, потому что сейчас буду походу умирать. Помню, как первый смотрел демонстрацию Conviction, самую первую от Ubisoft, где они показывали еще Splinter Cell / Assassin's Creed, что там Сэм Фишер бегает по какому-то по какому-то парку, хватает стулья, бьет этими стульями ментов, сам выглядит как бичуган полный. То есть это выглядело вообще шикарно. Что происходит? Почему Сэм Фишер бомж? Почему он бьет ментов? Почему, казалось, что open world имеется какой-то. Что там есть социальный стелс, что может там в толпе людей затеряться. Прям как в Ассасине первом, да? А потом почему-то они вот свернули, да, с этого пути и такие, нет, мы сделаем немножко другое. Интересно получилось. Получилась совсем другая игра, да? Теперь мы знаем Conviction совсем по-другому. Кстати, Conviction крутой боевик, но там стелса как бы кот наплакал. Как боевик он крутой вообще. И, кстати, Conviction единственная часть, которая почему-то не выходила на консолях PlayStation, а выходила эксклюзивно для ПК и Xbox. Почему? Ubisoft, как всегда, говно. Когда-то Ubisoft нормальную какашку делали. То есть такую съедобную, так сказать, да? Это потом уже. Ubisoft превратилась в Assassin's Creed Edition.
Можно его? Блин, ну понятно, меня тут немножко спалили, надо было не так делать. Сколько их тут? Это уже не те юбики, да? Это уже не те юбики. Так, что-нибудь можно как-нибудь посмотреть? Можно, конечно, камеру стрелять, наверное. Кто-то стоит, да? Да, кто-то стоит в проходе. Чувак, да не бьянь ты так. А чё, кто-то там вниз пошёл или чё, не показалось? Казалось, мы тут были это, да? This is a surprise inspection. Внезапная проверка. И кто вы? Do you really want to know? No, no. Please don't hurt me. Прошу, не обижай меня. I should be inspecting if I wanted to shut this place down. You want to look at the fuel regulator. If one of them broke down, that'd be too bad, wouldn't it? Но опять же, регулятор это давление, мне эта информация вообще ни к селу, ни к городу, как говорится, да? Я тут не собираюсь ничего вроде бы взрывать. Можно было взломать замок. Можно было взломать замок и вот так вот по изику пройтись, а не страдать фигней, да? Блин, а кто замок? Кто закрыл дверь? Так, что, братишка заметит, что дверь открыта? Беспокоится? Или нет? Здоровки. Приляг, отдохни. Угу. Вон, что-то можно было заряд установить, да? Кто закрыл дверь? Кто запер?
Чё, вниз? Так, смотрим. Камера. Хорошо. В общем-то, камера меня с такого ракурса не видит. Нужен ли он мне, да? Он мне нафиг не нужен, наверное. Сэм, don't forget we still need that list of potential buyers. Получи список покупателей. А где мне найти? Я откуда знаю? Ну, не думаю, что там внизу. А, внизу у нас есть это. Можно заминировать, да? This is a surprise inspection. Hey, who are you? Do you really want to know? No, no, please don't hurt me. Tell me what I should be inspecting if I wanted to shut this place down. You want to look at the fuel regulator? Понятно. Ну, это тоже говорят, а? Ну, они сговорились явно. Я вот уверен, что они сговорились. Что тут в темноте делаешь, а? Давайте-ка вы вместе отдохнете тут. Валяйтесь. Почилите, так сказать. Что у нас здесь имеется? Штуки-дрюки. Ничего интересного, да? Сломать клавиатуру. Okay, Father Christmas. All the children are tucked in their beds. А чё, я не могу взломать клавиатуру. А, по всей видимости, я здесь буду убегать, да? Опять камера. Бесит уже эти камеры, блин. Вот первая часть была классная. Идешь, просто отстреливаешь все лампочки, все камеры и спокойно душишь всех подряд.
Все, easy win. В третьей, кстати, части в теории хаоса есть классная миссия по проникновению в то ли в банк, то ли в музей, я не помню, там что-то такое. Вообще кайфовая миссия. Там в конце какой-то сейф, помню, был. Ну, а вот свет выключили, замечательно. А откуда у меня, кстати, здоровье потерялось? На каком-то этапе я... Так, тут походу у нас... Слышал новость? Я проверил ваши полномочия. По данным, присланным нам, я рад сообщить вам, что мы можем начать совместное дело. Все, что мне нужно сейчас, это день и час для посещения вашего предприятия и вступления во владение товаром. Оплата будет осуществлена согласно нашей предыдущей договоренности. Эмиль какой-то, да? Это неприемлемо. Я не терплю поставщиков, заключающим сделки за моей спиной. Настоятельно советую подумать и принять оговоренную цену. Если вы сделаете это, я забуду этот незначительный казус с вашей стороны. Иначе вы можете поставить нас обоих в очень затруднительное положение. Так, Фир. И вот, держите ворота гаража постоянно закрытыми. Мне не хотелось бы, чтобы другие рабочие слонялись вокруг погрузочного дока, если вам нужно открыть их код 7931. Никому не рассказ 7931. Done. I got info on the buyers. Now I'm going after Kadir. No, you're not. Abort the mission. What? Что? I said abort. You too, Hamza. You are to extract immediately. The mission was to find the weapons. We haven't done that yet. What's going on? We have enough. I'm canceling your remaining objectives. This is a level one. Я забыл про камеру. Тут же камера стоит. Что-то там Ламберт начал паниковать. Непонятно, что он, почему он отменяет миссию? Что случилось? А неужто? Все происходит как Том дабл агенте, блин, а я что отсюда, да? Про который я знаю. Done. I got info on the buyers. Now I'm going after Kadir. No, you're not. Abort the mission. What? I said abort. You too, Hamza. You are to extract immediately. The mission was to find the weapons. We haven't done that yet. What's going on? We have enough. I'm canceling your remaining objectives. Like hell you are. I'm not going anywhere. Sam, listen to me. Почему не работает? It's your call. I'll stay if you do. Listen carefully, both of you. I have other splinter cells on standby, and I just activated them. Their mission is to destroy the foundry and everything in it. So you better clear out. You're testing my patience, Lambert. Believe me, Sam, I wouldn't be doing this if I didn't have a good reason. Something's happened. Что произошло? Что? It's your daughter. Твоя дочь. Chopper's on its way. Вертолет уже в пяти, Ламберт, конец связи. Ну это очень тупо, что-то произошло. 7931, да? У Сэма, типа, сразу отменяем очень важную
миссию, да, получается? Что делать? Толстяка этого. Подрезать. Чтобы не мешал, да? Покидать пределы. Дело завода этого. Блин. Чего нет положил? Ну, кто проходил Conviction, знает, да? В чем тут загвоздка? А в Блэклисте что у нас? У нас уже нет третий эшелон. Четвертый эшелон. Так, здесь какой-то пирожочек ходит. А, нифига себе, вот он ходит, да? Он меня услышал. Блин, вот что за... Посидите, отдохните. Как мне покинуть завод? Завода, который рядом с местом, где вы сейчас находитесь, туда. Hogwarts и Dead Space за 7 продают на диске. А, подожди, а что-то еще... Что еще будет? Вот выходит Resident с 4, что-то еще. А, Atomic Heart, кстати, за 8 вроде продают. Вроде бы. Не, подожди, вру, за 6. Что-то еще продают за 8. Что-то вот за 8 новое продают. Миссия вроде. Точно хотите сохранить? Хочу сохранять. Так, эшелон пройти на фабрику завершено. А, контейнеры отменено. Все сделано. Час 24, Исландия замечена врагами 0, вырублено врагов 15, убито 2, у 2 убито врага, а, ну это который утонул и... И какой еще? Не знаю. И найдено одно тело. Сэм? What's going on, Lambert? Thank you.
я бы Элдарик на диске взял. Элдаринг. I broke the news when I pulled him out of Iceland. He didn't take it well. Nobody would. Losing their own flesh and blood. And he'd never be the same again. Ну, короче, сказали, что дочь умерла. Сэма Фишера. Блин, такое ощущение, что катсцены рисовали одни и те же. То есть, для разных версий игры. Потому что эту катсцену я почему-то помню. Splinter Cell, двойной агент. То есть, это мы прошли пролог, дамы и господа. Нормально. They say if it doesn't kill you, it makes you stronger. Вот и тюрьма, кстати. Well, Sam didn't die. He had nothing to lose anymore, so he took the most dangerous mission of his career. Да, терять было нечего, он взялся за самую опасную миссию. That's how we ended up in Ellsworth Penitentiary. He was treated the same as anybody else. No better, no worse. It was no midnight run, for damn sure. He didn't need much help to look like hell. Not since Sarah, his daughter, was killed. You hate to see a good man fall so far. Is that all you got? Come on! Me, I hope this mission would let him pull himself back together. We needed him. Prison. A hell of a place to save a man's life. Lambert ordered you out? Just like that? My daughter was dead. And how does that take precedence over matters of national security? It doesn't. So you agree Lambert made a judgment error? I won't answer that. Fine. So the little information you did recover from Iceland told you that what was stolen from Rahim Kadir was not a weapon at all. It was red mercury, right? Yes. An explosive substance which, when added to small doses of plutonium, can easily create a 2-kiloton bomb the size of a baseball. And you and Lambert lost it. We had a lead, Emile Dufresne. He tried to buy the red mercury before it was stolen. So Lambert decided to infiltrate Dufresne's organization, hoping he'd take another shot at getting his hands on the red mercury. That's why he sent you in, undercover on American soil, clearly exceeding the NSA's mandate. Our mandate is to protect American citizens. The CIA was dragging its feet. It was us or nobody. But to infiltrate Dufresne's organization, you needed a way in. And you found it at Ellsworth Penitentiary. После событий в Исландии пропали несколько устройств красной ртути. У нас есть только одна цепка. Эмиль Дауфаша, наш единственный шанс, находится в тюрьме. Понятно, его зовут... Джейми Вашингтон. Угу. Угу. Что ж, хочу сказать один лайфхак. Если вы сидите в тюрьме и видите, что какого-то нового заключенного ведут демонстративно, пиная там, толкая, унижая, то 100% этот заключенный мент. Какой-то. Какой-либо мент. Че? Кто там? Че там? Кто хочет? Че там? Yeah. Just give me a minute. I'll meet you out back. But you better step on it. Это прям побег из тюрьмы? Здоровка. Man, I am so psyched. I can feel it all coming together. I just can't wait to see my buddies in the JBA again. You should come along too, once we break out of here. How soon do we make our move? Don't rush the plan, Jamie. That's the quickest way things can go wrong. Yeah, I hear you. So what's the next step? Last time we grabbed the walkie-talkie. Where to this time?
I'm going back to the guard booth. What's the point of having only one walkie-talkie? We each need one in case we get separated during the escape. Still got the lockpick? Yep. Good. Let me give you a boost. Обнаружить рацию. Так. Тринадцатый район пересмотрел, что ли? Пересмотреть или пересмотрел? Бог войны стоит 6500, да? The Last of Us Part 1 стоит 6500, нормально. Калиста стоит шестерку. Elden Ring, кстати, 4300. Ну что из новиночек тут? Resident Evil 4 стоит шестерку, ничего себе. Нио Коллекшн стоит 5500. Там же лысого копа в тюрьму так привели. А, этого Себастьяна Рафаэли? Ну, кстати, да. Кстати, да, точно. И, кстати, ему вроде бы об этом Дэвид Белли как раз и сказал, да? Если я уже не помню фильм сейчас, первую часть. А где новинки-то? Хогвартс шестерку. Окей. Что-то он не продает почему-то. Нет в наличии. Что еще новое выходило, помимо Атомика? Dead Space 6. 400. Это по скидке, так он 6500 стоит, нормально. Короче, я предлагаю взять подписку на год и просто брать с макси скидками. А чё брать? Игры-то на четвертую уже не будут, я так понимаю, выходить. Мне смысл вообще что-то брать. А Elden Ring потом с Готи на DLC, а, из DLC на диски возьму. Ну, кстати, да, тоже верное решение. Если к нам, конечно, диск доедет этот. Так, чё мне там надо найти? А, давай. Ничего себе ты. Ролл сделал. Нормально. А что, никто не замечает, что это двое заключенных покинули свое так называемое место пребывания? Ну залазь. Так, бери пятерку. Года через два, может, maybe. Хорош.
Тренировка, открой замок. За 51 я видел. Тут на Авито кто-то продает. Типа нулевые японские. Ну, тут вообще, видимо, слепые менты, прям максимально слепые. Он такой, ладно, я еще пойду, ты спокойно воруй, что надо. Это же рация. Залазь! Джейми, you there? I got the goods. Да ладно, умираем. On my way. А чё ему время это показывает? А как мне надо было по стелсу это сделать? Можно было бы проползти, да, и что сделать? Спрыгнуть? Тупо очень. Давайте по стелсу это сделаем, да, или как? Рестартанем. Я же не сохранялся, да, вроде бы. А чё по времени? О, по времени надо заканчивать уже, по идее. Пойти на заканчивать. Тогда давайте, может быть, как раз с самого начала на следующем стриме устроим побег из тюрьмы. Вот, сохранимся здесь. За 44. Точно бери. Можно за 30 взять Xbox One, этот, который Series S. Just give me a minute. I'll meet you out back. But you better step on it. Он даже губами шевелит, смотрите-ка. И моргает. Ладно. Давайте на этом прекрасном моменте закончим. А подождите, подождите, нет, не закончим. Давайте для начала мы проверим. А другие настройки, сглаживание. Включим сглаживание. Блин, походу за сглаживание вообще намного все лучше, да? Выглядит или нет? Или мне кажется? Надо со сглаживанием играть, походу. Ну-ка, давайте-ка залезем. Ну, кстати, да? Лучше? Мне кажется, лучше стала выглядеть игра. Конечно, Сэм тут местами выглядит не очень. Man, I am so psyched.
Блин, ну да, кстати, действительно. Ладно, тогда будем со сглаживанием уже непосредственно играть. В следующем стриме, чё, сорян, что я что-то не подумал. Надо было сразу посмотреть, проверить это сглаживание. Я только сейчас об этом вспомнил. А на этом на сегодня все. Все равно, кстати, лесенка тут осталась, да, если обнаружить. На сегодня все. Спасибо за внимание. Увидимся. Пока. Come on, Sam. We don't have all day.